Вы, вероятно, в поисках работы, поэтому я приглашаю вас просмотреть сейчас это автособеседование. Собеседование я с вами провожу в авторежиме, потому что я мама, и мне важно достаточное количество времени проводить со своими детьми. И благодаря интернету у меня есть такая возможность, и сегодня я с вами ею поделюсь. Не секрет, что сейчас у нас в стране сложилась непростая ситуация, и найти хорошую, высокооплачиваемую, с официальным трудоустройством работу сейчас непросто. Вы со мной согласны? Я думаю, что да. Поэтому моя задача состоит в том, чтобы рассказать вам, как лично я и сотни людей моей организации справились с этой проблемой. А вы будете иметь в виду, что есть такая возможность. Интернет сейчас плотно вошел в жизнь современного человека. И тот, кто это понимает, он использует его возможности, которые поистине не ограничены. Я думаю, вам уже знакомо такое понятие, как интернет-магазин. Так вот, используя интернет, я развиваю свой собственный интернет-магазин с довольно широким спектром востребованных товаров, большая часть из которых – это средства личной гигиены и косметическая продукция для женщин, мужчин, детей, также продукция для здоровья, аксессуары, бижутерия и много другого. Я уверена, что вы согласитесь со мной, что все нормальные люди утром умываются, чистят зубы, принимают душ, да, то есть пользуются средствами личной гигиены. И делают это ежедневно. И эти товары пользуются спросом. Их не нужно ходить продавать, кому-то навязывать. Их и так покупают все. Согласны? Это первый момент. Второе. За счет того, что мы берем продукт напрямую со склада производителя, его цена значительно ниже, чем на аналогичный продукт на прилавках магазина. Я думаю, вы заметили, как в последнее время растут ценники в магазинах. И никому не известно, сколько это еще продлится, да? То есть реальность такова, что в магазинах все дорожает, доход у людей остается на прежнем уровне, либо снижается, и это не может не наталкивать людей на мысль об экономии своих собственных средств. Правильно? Как раз приобретать в своем собственном интернет-магазине с большими скидками – это отличный вариант сэкономить. Почему еще дешевле? Мы не занимаемся такими вопросами, как аренда помещения. Нам не нужны наемные работники, такие как кассиры, уборщики, продавцы и так далее. Да? Нас не заботит хранение, транспортировка, доставка продукции. Всем этим занимается компания-производитель. Соответственно, все эти расходы не вкладываются в ценник нашей продукции. Третий момент. Вы уверены, что все то, что вы покупаете в супермаркетах, это товары высшего качества? Может быть, я кому-то открою секрет, но сейчас в России отменена сертификация на продукцию, и большинство того, что стоит на прилавках, зачастую неизвестно, где разливается и производится. В нашем случае мы имеем дело с известной компанией-гигантом, у которой 5 собственных заводов в разных странах, и в том числе и у нас в России. Вся продукция сертифицирована, и чтобы продукт хорошо покупали, компания просто не может рисковать ее качеством и тщательно за этим следит. Учитывая три вышесказанных факта, наш бизнес развивается очень стремительно. У нас огромные товарообороты и не только в России, но и в странах СНГ. И проблем с потребителем у нас нет. В данный момент нам интересны менеджеры с лидерскими качествами, которые смогут управлять филиалами нашей компании по всей России и странам СНГ. Поэтому, если вы желаете себя попробовать в этой роли, вы готовы обучаться, у вас есть 4-6 часов свободного времени ежедневно, а я думаю, что у вас оно есть, да, это свободное время, так как вы в поисках работы, то обращайтесь к человеку, который пригласил вас на это автособеседование для оформления дальнейшего сотрудничества. Пойдемте дальше. В чем, собственно, будет заключаться ваша работа? Первое. Мы готовим профессионалов. Сфера деятельности для вас будет новая, поэтому вам важно будет обучаться. Обучение у нас бесплатное, проходит в онлайн-режиме посредством вебинаров, обучающего сайта, пошаговых инструкций, которые также будут приходить вам на электронную почту и, конечно же, личного общения с вышестоящими профессионалами. Второе. Так как у вас свой интернет-магазин и вы хотите получать от него прибыль, то
логично, что главной вашей задачей будет его раскрутка. Чтобы раскрутить его быстро, нужно дать многочисленную рекламу. То есть, по сути, вы будете частью рекламного отдела нашей компании. Ну, а за рекламу, как известно, платят хорошие деньги. Почему я говорю ваш собственный интернет-магазин? Давайте поясню. Филиалы нашей компании есть по всей стране и не только России. У нас есть партнеры в Украине, в Казахстане, в Беларуси, в Молдове и многих других странах. Сама компания производитель шведская. И имея такой международный масштаб, просто невозможно трудоустраивать людей по схеме работодатель-наемный работник. Как же организовала все компания? Есть официальный сайт, на котором вы проходите регистрацию. Ваши данные фиксируются в базе компании. На ваше имя открывается филиал интернет-магазина. Вам присваивается индивидуальный номер, по которому в дальнейшем вы можете отслеживать все операции, касаемые вашего интернет-магазина. То есть вы являетесь собственником, руководителем своего собственного интернет-магазина, то есть работаете на себя. И в дальнейшем ваше дело переходит вашим детям по наследству. Заставлять вас что-либо делать никто не будет. Уволить вас тут тоже никто не может. Вы взрослый человек и должны понимать, что кроме вас, у вас и вашей семьи никто больше не позаботится. Если вы действительно хотите зарабатывать достойные деньги, то, конечно же, нужно работать. И на первом этапе, да, первое время работать нужно будет много. Итак, второе, в чем будет заключаться ваша работа, это ежедневное размещение рекламы, используя различные ресурсы интернета. Какие это ресурсы, как именно это делается, эту информацию вы будете получать уже из бесплатного обучения. Массовое размещение рекламы обеспечит вам поток людей, которых будут также интересовать приличные доходы, и они будут у вас запрашивать информацию о работе, о интернет-магазине, да, о том, что вы предлагаете. И вот ваша обязанность будет дать им эту информацию. Ну, например, пригласив вот также на данное автособеседование, как это и сделали с вами. Да? Подумайте, это сложно будет сделать вам? Я думаю, что сложного в этом ничего нет. Давайте теперь разберемся, откуда доход. Итак, вы открыли свой интернет-магазин, и логично, что отныне вы все покупки для себя и своей семьи делаете в своем магазине. Да? Глупо ходить, если у вас, допустим, тот же магазин с продуктами, глупо ходить покупать молоко в соседний магазин, потому что вы его продаете. Приобретая в своем собственном магазине, вы экономите свой семейный бюджет. Большинство людей, которых вы отправляете прослушать данное автособеседование, также захотят экономить свой бюджет и при этом зарабатывать. И эти люди будут уже частью вашей организации, у них также будут свои собственные филиалы интернет-магазинов, и вы, как организатор этой покупки, будете получать процент от товарооборота всех этих филиалов. Я, либо человек, который вас пригласил на это автособеседование, материально заинтересованы в раскрутке вашего интернет-магазина, так как ваш магазин является частью моего магазина, с товарооборота которого я также получаю процент. Поэтому мы будем помогать вам развивать ваш интернет-магазин. Нам выгодно, чтобы ваши обороты и, соответственно, ваши доходы были как можно больше. Да? Чем больше процент получаете вы, тем больше и мои доходы. То есть сотрудничество взаимовыгодное. Пока вы разбираетесь, обучаетесь, ваш интернет-магазин уже начинает расти. Так как есть команда вышестоящих, да, партнеров, которые раскручивают свои интернет-магазины, а вы уже являетесь частью их магазина. Таким образом, работая командой в интернете, это все развивается очень быстро, и ваш интернет-магазин просто набирает обороты, как снежный ком, растет как снежный ком. Давайте теперь разберем на цифрах, как это происходит. По статистике, из 10 прослушавших эту информацию людей, 6-7 принимают положительное решение, присоединяются к нам. Так, уже через 3-4 месяца мы вместе
с вами, да, наполняем ваш интернет-магазин партнерами-потребителями. И за 3-4 месяца их там набирается порядка 200-300 человек. Это будет уже ваша структура, да. Каждый делает покупки в своем интернет-магазине, делают покупки на разные суммы в зависимости от потребностей их семей. Кто-то покупает на 200 рублей, кто-то на 500, кто-то на 2000. Это личное дело каждого. И давайте посчитаем, возьмем среднюю покупку по структуре на 1000 рублей, потому что примерно столько средств личной гигиены, косметических средств, потребляет одна среднестатистическая семья из 4 человек. 200 человек вашей организации умножаем на 1000 рублей, это будет товарооборот вашего интернет-магазина, и это будет равно 200 тысяч рублей. Вы получаете 20% от организации этой покупки, то есть ваш доход составляет 40 тысяч рублей. Вас устраивает такой доход? За год работы наши партнеры, преимущественно это мамочки в декрете, выходят на доходы от 100 тысяч рублей в месяц. Как вы думаете, это хорошее подспорье маме в декрете? Итог. У вас появляется свой собственный бизнес, причем бизнес официальный, потому что мы работаем только в правовом праве. С компанией-производителем заключается официальный договор возмездного оказания услуг. Выплаты производятся на ваш расчетный счет в любом банке, в котором вам удобно. Никаких веб-кошельков и тому подобного нет. Идет трудовой стаж, оплачивается налог до 6% с дохода и делается отчисление в пенсионный фонд вами. Сразу, сию минуту заключать договор вас никто не обязывает. У вас есть время, чтобы разобраться, обучиться, и договор уже заключается осознанно на выплату заработанных вами денег. Каждые 3 недели на ваш расчетный счет падает процент от оборота вашего интернет-магазина. Таким образом, мы получаем доход не 12 раз, да, как на наемной работе, а 17 раз в году. И, наверное, вам интересно, что же это за компания-партнер, с которой мы сотрудничаем. Для развития интернет-магазина своего мы выбрали известную компанию, успешно развивающуюся уже около 50 лет на мировом рынке. Из них 20 лет в России. Это говорит о том, что это проверенная, отлично зарекомендовавшая себя компания, не однодневка, не пирамида какая-то там, да, не лохотрон. Это крупная косметическая компания Oriflame. Мы выбрали именно эту компанию, потому что это единственная компания на сегодняшний день, дающая уникальную возможность действительно сидя у себя дома развивать и управлять международным бизнесом. Да? Причем в любой момент вы можете проконтролировать деятельность вашей структуры, движение финансов, регистрировать новых партнеров-потребителей, абсолютно находящихся в любой точке страны. Да? Просто зайдя в свой личный кабинет, в свой личный онлайн-кабинет, да, у себя дома. Доставка продукции осуществляется даже в самые отдаленные уголки страны, даже небольшие поселки. Далеко не каждая компания может этим похвастаться. То есть мы выбрали Oriflame, потому что нам так было удобно. Работая по нашей готовой и простой системе раскрутки своего интернет-магазина, уже сотни девушек, женщин и мужчин получают достойные доходы. Несмотря на то, что сейчас в стране кризис, нашим партнерам это не страшно. Смотрите сами, какие у нас доходы, принимайте решение. Хотите ли вы видеть, да, подобные суммы на вашем расчете каждые 3 недели? И если у вас уже есть действующий номер в компании Oriflame, то сотрудничать с вами мы не сможем, так как мы работаем только в соответствии с уставом и этическим кодексом компании. Принимайте правильное решение. Ждем вас в нашей команде.